Здравствуйте, меня зовут Елена Воробьева, творческий псевдоним Елена Летина. Я искусствовед, художник, преподаватель в собственной студии Елена Летина. Работаю в таких техниках, как акриловая масляная живопись, акварель, декоративно-прикладное искусство и коллаж. На конкурс хотела бы представить работу под названием «Esse Homo». В переводе с латинского означает «все человек». Искусство – это диалог. Разве диалог возможен без внимания и интереса? Я для тебя «Esse Homo» или силуэт на сером фоне? Готов ли ты приостановиться и открыть для себя мир чужих эмоций, впечатлений, историй? Ты для меня хочешь остаться незнакомцем или рискнуть и стать эссехом? В картине раскрываются истории интересных людей, независимо от веры, пола, национальности, сексуальной ориентации, цвета кожи. Для того, чтобы открыть этот священный грааль, необходимо собрать золотые ключи внимания, человечности, отзывчивости, искреннего интереса, понимания и приятия. Картина «Esse Homo» – это призыв к человечеству не забрасывать свои золотые ключи в дальний угол, жить полной жизнью, приятии ближнего, делиться и разделять. Для создания этой работы я использовала такие материалы, как белые пластиковые искусственные силуэты и натуральный льняной холст. Этот контраст также подчеркивает идею работы. Благодарю за внимание.